общем, летом здесь очень жарко находиться. Ну, я еще не почувствовала, что мне сильно жарко. Я такой любитель жары. For me, it's very good. It's normal weather. For you, yes. For me, no. Ну, зимой, говорит, тут лучше погода. И можно больше, дольше находиться. Да, сейчас 9 утра. Потому и можно вынести эту температуру. Раньше подниматься и ехать рано утром. Мы все успели запечатлеть такую красоту. Вот, надо перевернуть. Такое платьице, орнамент, похож на украинский. It's different. No, it's big. So big. Yeah. And I wonder if that is actually turquoise. А вот еще какое украшение. Большущий камень. А вот еще какое-то. О, очень большое украшение. Вот такое украшение себе купила здесь. Будет на память. Такая красивая блузочка. От разных цветов. $80. Вау. Cool girl. Beautiful. В общем, все для ковбоев. Я себе ковбойское украшение уже купила. Осталось купить шляпу, джинсы. Ковбой. Индийские. Индиан. Впереди. Не видно сейчас. Ну вот, наподобие такие штаны. Ковбой. Ковбой. Боже мой, столько одежды всяких, блузок, и все такое цветное. Oh, I find for me dress. Oh yeah, I like that. You can wear it from one side of the bedroom to the next. Wow. Oh, такие сумочки. Украшения. Вот этот тоже красивый. Нашла для себя сумочку. Вау. Вот какой еще магазинчик. It's color same color. Украшения,
Все в мексиканском стиле. Вся одежда, все в мексиканском. Кроссовки даже. Shoes, Mexican. My husband don't like it. When we were kids, dear, you would take and cut those legs off and wear just the shorts. Good. It's kind of cute with the. And see, they don't have holes in the knees. Yeah, in the knees. Ага. Вот такой. Ну-ка, сувенирчики посмотрим. Какие? This is heart. Mine heart. No, that's for me. Чем, боже мой, думала, кто-то сидит, и правда. Прям в очках смотрит на меня. I think maybe people sit and look for me. Индиан атрибутика вся. Мотоцикл. На лыжах. Those stick to your refrigerator. Ага. Магнитики. А какой же выбрать? Что такое самое привлекательное? Посуда какая? Металл? It's metal with enamel paint over it. Металлическое все. Видите, какие украшения красивые. Курс по $225. Это три лошади. Хотела купить себе в Одессе такой сувенир, но он очень тяжелый, вообще тяжеленный. Вот это еле поднимаю. Вот жалко, как же его провести в Одессу. Вот тоже вся американская атрибутика. Вот название этого городочка Рудосо. Ты поснимать, как этот кар будет выезжать, а он не едет. Во, выезжает. Beautiful design. Ландшафтный дизайн. Послушать виолончель. Слушайте. Красиво звучит виолончель. Такой ковбойский ресторан. Такие все интересные люди. На улице жара, но там вот эта девушка, сейчас со спины ее видно, в таких ковбойских нарядах, там джинсы и эта жилетка. Как бы жарковато, но они все равно выдерживают этот стиль. Нагуляли сейчас по заре, сейчас оранж джус со льдом, самое оно. Cheers! Сегодня будет для нас тоже играть музыкант, гитарист. Ну ладно, я шучу, это не для нас, это вообще в этом... Гитарист, да.
ресторанчики, бары, ресторан. Играет живая музыка и даже танцует. Заказал ему одну песню, написал ему на бумажечке. Он сейчас читает. Интересно, споет ее или нет. I don't know that particular George Strait song, but I'll do another one. Okay. Okay. I know one. Не знаю, что это песня. You get a request, just write it on a $20 bill and hand it to me. Если заплатите $20, может быть, спою. Ой, моя любимая песня. Thank you.
можно поиграть. Шарики покатать. Хочу показать, как тут паркуются машины. Вот это вот место здесь, оно большое. Но там, где желтая полоса, вот это, здесь нельзя парковаться. Можно парковаться только на тех местах. Hello. Hello. Там, где нет желтой полоски. И я так представляю, если бы это место было в Одессе такое, тут уже бы, наверное, стояло 5 машин. А так, ну, 2 могут поставить и все. Все, погуляли в таком интересном городочке, посидели в ресторане ковбойском.